Всем добрый день! Сегодняшнее видео о покупках для новорожденного малыша, о том, что мы купили. Так, покупки постепенно. Постепенно немножко покупаем. Это вот с детского мира. Сейчас мы с вами постепенно закупаюсь я. Я буду все-таки стараться покупать что-то нужное, нежели ненужное, которое будет потом лежать. И буду стараться так. Лондон, 13-й год. Лучшая детская натуральная косметика. Вот написано. Это я взяла детский бальзам для губ. Мамин сибиряк. Вот. С облепихой и арктической морожкой. Вот что у нас они пишут. А дело в том, что я думаю мазать. Вообще я искала, чтобы в роддом взять. Говорят, что в роддом надо брать гигиеническую помаду, губы сохнут. Но я подумываю. Посмотрю, как она будет мне першить в горле или нет. То есть, если я возьму ее в роддом, то как бы может быть я буду еще малышу своему мазать. Так, я тоже не разбираюсь, потому что ребенок первый, и я взяла Либера для новорожденных от 3 до 6 килограмм. Здесь 26 штук с индикатором влаги. Меняет свой цвет по мере наполнение подгузника для новичков, для мамы, которая только становится мамой, только стала мамой. Это очень актуально. И вертела в детском мире. Взяла стандартные. Там было много бюджетных. Но практически все они идут с парафином. Или как он, да, парафин. Вот. Делает город Краснодар. Не знаю, чем отличается от этой фирмы для мальчиков, для девочек. Для мальчиков взяла. Состав опять, как всегда, хрен прочитаешь, потому что тут-то все не на русском. При подмывании ни в коем случае не отодвигайте. Не отодвигайте насильно крайнюю плоть от головки пениса новорожденных. Со временем головка будет открываться самостоятельно. Как можно чаще устраивать мощную воздушные ванны в перерывах между использованием подгузников. Не содержит СЛС, парабенов. Это в роддом. Порошок купить. Хочу вещи начать стирать для малыша. Взяла вот гель для стирки от Мир Детства. Вот такой вот. Взяла. 18 стирок написано. Будем тестировать, не знаю. Вот я вам стараюсь. Взяла вот такой вот пакет. Любимое солнышко. Здесь 2 по 72 штуки. Детские влажные салфетки для ежедневного ухода до. С экстрактом ромашки, витамином Е. Так что вот так вот. Ничего не знаю. Baby Go. Ничего не знаю об этих салфетках. Просто взяла попробовать. Потому что мы будем все пробовать. Оно и понятно. 72 штуки. Естественно, одну мы берем вот в роддом сюда. Вот пакетик я открыла. Вот так вот. Прямо сюда можно одну положить. Вот так вот. Хоть он, конечно, несуразный, какой-то кривой косой. Далее. Это другой магазин. Магазин Карапуз. Вот такой магазин Карапуз у нас есть. Купила шапочку на зиму.
Мы рождаемся в декабре. Должны родиться в декабре, в смысле. Там еще доносить его надо. Надеюсь, что эта шапунция будет тепленькая. Мне очень понравился бубончик. Значит, шляпа у нас, шапка у нас стоит. Такая вот фирма. Барбарис кролик. 860 рублей. Хочу посмотреть, кто производитель. Сейчас, минутку. Сделано в Польше. Понятно, в общем. Это хорошо. В общем, у нас получается, что вот это кролик. Ну ладно. В общем, такая шапка. Только непонятная как-то веревка. Вот она. Вот. Я не знаю, как ее так завязывают. Так, не помню, рассказывала я про бортики с балдахином, набор, да, в кроватку, там у меня не было простыни, извините, что шуршу, очень купила набор отдельно, тоже подходящий под наши бортики, под все, если мы, я купила за 5000 этот набор, то плюс еще постельное белье к этому набору, обошлось 1300. Вот она. Сделана в России. В общем, например, вот это вот на подушку. Наловочка. Вот такой вот принт, если вы посмотрите. Не отсвечивает, не отсвечивает, наверное, отсвечивает. Красивый очень. Вот. Кружево. А потом... Так что вот так вот. Конечно, желательно иметь это такой, конечно, вариант. Светлый, парадный. Желательно, конечно, иметь еще смену, постельное белье сменное, да, для ребенка. Вещички. Мой ангел. Ну, это вообще просто известная. То ли фирма, то ли название. У нас даже такие вещи есть. Значит, идет сразу с этими. Ткань такая плотненькая. Бодик. Мне нравится, что... Это 62 размер. Вот. Штанишки тоже взяла. Ну, ползунки. Голубенькие. Тоже 62 размер. Непоседа. Фирма Пятигорск, значит, делает штаны. А это город Шахты. То есть Ростовская область. В детском мире, значит, съездила, съездила купить памперсы по акции 50%. На сайте, значит, я зарегистрировала номер своего родового, или как он, да, родовой сертификат, или как называется. И, в общем, на единичку и на... И на двоечку идет 50% скидка. Все я это сделала на сайте. И вот если они вот сколько, 300 с чем-то стоят, ну 307 что-то такое, там 400 рублей, да, то получается, тут у меня есть чек, нет, не знаю. Наверное, нет, я не там ставила. Ну вот и 50% вот этого, 50% вот этого взяла. Теперь вот думаю, какие взять в роддом. Так как либеры я покупала, вот в роддом у меня двойка от 3 до 6 килограмм, здесь до 5. Наверное, вот эту единичку возьму туда, Хаггис, в роддом. В либеро 26 штук. Здесь, правда, есть индикатор влаги, что очень хорошо для первородящих. А здесь, я не знаю, есть, нет, наверное, нету. Я не знаю. Вот эти в роддом возьму, а двоечка от 4 до 7. Вот так вот. Ну, что воспользовалась. Это может быть, да, вот эти все потом, если дольше будет держать, этот муж потом ему не довезет. Вот этот и вот этот. Ну, если кесарево, например. Там еще, наверное, придется ему допокупать. В детском мире это вот этот. Такой вот бодик.
Что мне нравится в детском мире, что они делают бодики как кимоно. Как кимоно. Ну что мне... Я и мой папа. Не знаю, я, кстати, очень редко вижу, чтобы было написано что-то про маму. Что за... Не понимаю, дискриминация. В общем, такой он длинный. Мне кажется, новорожденный он длинноватый будет. Объясню сейчас. Видите, написано 50 сантиметров. То есть, как я понимаю, это 50 размер. Как я понимаю, может, я неправильно понимаю. Не знаю, в общем. Ну, потому что там был 56-й, 62-й. Но это явно не 50-й. Это какой-то вообще большой. Это очень большой, очень длинный. Еще мне нравится, что они на вешалках отдают свои вещи. Вот, в общем, такую взяла. Шкаф, комод. А с магазина Магнит. Специально я ездила в этот магазин Магнит, чтобы посмотреть, что там есть вещи. То есть после детского мира я поехала в Магнит и купила там вот такой вот слип. Слип-комбинезон. Опять я не смогла взять 56 размер, взяла 62. Ну, такой. Ну, мне нравится, что он такой плотный. Самый раз нам. И цвет такой приятный, нежный. Ну, то, что, скорее всего, точно будет большевато на новорожденного. Вот, какая-то потертость. Ну, как-то вот выбора уже там не очень много было. Особо выбора там нет у них. Я вот еле выбрала вот этот, сделанный в России. Ну, покупки. Не знаю, для новорожденного, для малыша. Ну, вообще покупки, да, готовящиеся стать мамой. Насчет пеленок. Немножко я не в курсе и не знаю. Вот взяла 5 штук. Вот эти я как бы взяла себе подкладывать. Не знаю, во время родов, после родов точно. Как бы. Ну, по-хорошему, ты как бы сама еще должна же я буду в прокладках, быть в памперсах, я не знаю. Но. Не знаю. Ну, если что, попрошу мужа довести. Я просто не в курсе, не знаю, сколько их нужно всего брать. И вот. Например, вызываю я скорую, начались у меня роды, да, брать, неужели такую всю упаковку с собой, понятия не имею. В общем, в роддом взяла вот такой халат, тоже, какой халат брать, все, не знала, думала. Я просто вот покажу расцветку, вот такая вот расцветка я выбрала, он мне большеватый, учитывая, что живот потом уйдет. Здесь два кармашка, пояса нету. На замке. Для меня было очень важно, чтобы был замок. Потому что ика в рукав четверть. То есть, да, локтей не длинный он. Да, хорошо, потому что я не люблю, чтобы потом с ним пользоваться. Руки, когда моешь, чтобы не мочились возле кистей. Вот, выбрала, в общем, такой. Губы до сердечки темные. Не. Малышу купила вот такую вот. Я хотела ее купить, я ее купила. Просто на одно время они пропадали. Ну, можно сказать, конечно, что это мешок для сна. Нитки надо отрезать. Ведь он как бы тепленький такой, рисунок приятный. Мишки. Так это отстегивается все дело. Здесь замочек. И стоит у нас он 750 рублей. Комбинезон Картерс флисовый. Он от 0 до 9 месяцев. Вот я его открыла. От 0 до 9 месяцев. Открываете, ложите малыша. И закрываете.
Сейчас надо посмотреть. 62 размер хотя бы взять. Докуда вот здесь он будет? До сюда вот где-то. О, руки. Интересно, вот. Насколько большеваты будут. Далее. Вот такие слюнявчики тоже от Carter's. Классные вообще. Единственное, что их, конечно, не протрешь, если... если запачкаешь, потому что гладкую поверхность можно протереть просто тряпочкой, так как это платочные, тканевые, даже как полотенце, я бы сказала, то их придется стирать. Вот цена. Все на заклепках. На заклепок здесь два вида. Ой, два, как? Вот видите. Ну, то есть размера, так скажем, шейка будет расти. Для мальчика мне вот эти вообще понравились. Расцветки. Вот. Шикардос. Мне нравится. Краб или рак. Как угодно. Потом овечки. Серый цвет я вообще просто обожаю. Вот. И машинка. Машинку я уже увидела только дома. Я думала, здесь просто морячка будет. Морячный такой. Дизайн, полосочку. Но нет, здесь машинка оказалась. Ну, вот на вот этом шов, конечно, жесть. Это, конечно, что-то с чем-то. Что ж он такой? Еще одной покупкой у нас на сегодняшний день стало автокресло. Вот такое. Оно же переноска. Вот. В принципе, мне понравился такой спортивный стиль. Красный. С серым. И не просто с серым, да, а с... На сером еще есть такой рисунок какой-то там. Так. Все вот это убирается. До головы. И отдельно мы купили еще такую штуку. 400 рублей она стоит. Вот эта вот хрень. Обратите внимание, это вкладыш еду-еду для детского автокресла. Делает ИП Сабуров, город Москва, Духовский переулок. О, детский товарок там. В общем, это подкладка для задницы, чтобы сильно спина не провисала у младенца. Вот так вот она ложится. Еще надо приноровиться на это, да, получается, режим. И у нас поднимается вот так вот навес. Не знаю, конечно, от дождя и от снега он особо не спасет, но солнышко, в принципе, все равно. Ну, там от какого-то ветра. В общем, вот так вот выглядит. Автокресло нужно, потому что штраф 3000, если его нет. Если я не ошибаюсь. Еще что-то купили, если честно. Но... я не могу вспомнить и найти в квартире, где-то оно лежит. Вот такие покупки для нашего маленького малыша. Дальше будем продолжать с вами делиться, что и как я покупаю. Всем пока-пока. Пальчик вверх.